Добрый день, уважаемые друзья, с вами Радио Пророк. Сегодня у нас в гостях Мария Чурбанов, фотограф, натуралист, экспериментатор, путешественник. Человек, который с первого раза правильно держит микрофон. Здравствуй, Маша. Добрый день. Маш, я был где-то месяц назад на выставке, которая была в Портале. Меня больше интересует, наверное, не эстетика самой фотографии, сколько само путешествие. Это практически вся Россия. Я самый большой поклонник перемещений по нашей стране. Расскажи, пожалуйста, о сложностях, с которыми встречалась или не встречалась, о типажах людей, которые тебе появлялись перед глазами. И вообще, что значит путешествовать и фотографировать? Фотографировать и путешествовать. Во-первых, это так приятно, что ты был на выставке. Случайно. Но я трижды. Не надо было это добавлять. Мы просто делали мероприятие на фоне твоих фотографий. Ага. Поэтому они служили определенной эстетической составляющей. Но, тем не менее, очень приятно, спасибо. Я забыла все вопросы, но ладно, я как-нибудь начну. О путешествиях. Да. Что такое путешествовать и фотографировать? На самом деле я понятия не имею, что такое путешествовать. Ну, то есть как, для меня вообще весь этот проект, проект «Лица России 21 век», где я была приглашенным фотографом, ну, от этого, ну, от слова «приглашенный фотограф» можно понять, что это была моя работа. То есть вот все, что, если кто-то был на выставке и видел, ну, не только ты, я надеюсь, был на выставке, все эти фотографии, они были сделаны в рамках работы. То есть это не мое какое-то личное путешествие, это не моя личная инициатива была поехать по России. Честно говоря, признаюсь, мне даже в голову такое не приходило. То есть были какие-то отдельные мечты там попасть во Владивосток, например, день рождения отметить, ну, к примеру. Или там, ты знаешь о существовании каких-то интересных мест, но помыслить о том, что ты туда когда-то можешь попасть, ну, это просто даже невозможно было представить. А тут ты едешь работать. Ну, вот работа моя была связана с фотографированием. То есть мне нужно было добыть портреты людей разных национальностей. И, соответственно, типажи самые разные. Но помимо героев, которых я снимала, и по конкретным адресам, которые я ехала, и конкретным людям, они уже были заранее определены, естественно, мне еще, конечно, попадались люди, я даже не знаю, как их, в какую категорию выделить, попутчики, которых я совершенно не собиралась встречать. Вообще я собиралась быть одна. Я одна действительно ездила, и я думала, даже что... кольцо не помогало, видимо. И я думала, что это будет такие аскетичные полгода, где я просто буду молчать, ну, не специально, а в смысле я отдохну. Ну, отдохну, в смысле, переключусь от Сульяновска на какую-то другую среду, где будет совершенно другая работа, совершенно другой образ жизни, я буду созерцать, но такого не получилось. Я каждый день, каждый час с кем-то встречалась, ну, так как всегда была в дороге, это самолеты, поезда, аэропорты. Ты просишь помощи у кого-то, это часто такое было, кто-то у тебя просит помощи, и совершенно незнакомые люди, с которыми ты никак не собиралась вообще встречаться, они входили в твою жизнь вот просто. И до сих пор мы поддерживаем связь, когда ты, ну, с кем-то так случайно садишься на соседнее кресло или какие-то нелепые ситуации происходят. Ну, в общем, и до сих пор связь как-то поддерживается, казалось бы, когда бы ты еще познакомилась в Магадане с кем-нибудь. Судя по затихающей интонации, вопрос был исчерпан. Тем не менее, ты упомянул такое слово, как герой. Что значит герой, который должен попасть на фотографию, который должен попасть в твой объектив? И если говорить вообще в целом о России, вот многие писатели, особенно в порубеже, там, в начале 20 века, отправлялись в путешествие по России, чтобы понять русский народ в переформенное время. Вот, что такое русский народ на данный момент? Какими качествами он обладает, исходя из того, что ты видела в своем объективе? И кто такие русские герои, почему именно этих людей тебе предопределили для фотовыставки? Герои. Ну, вообще, изначально до проекта и до сих пор героями фотографий я называю людей, которые попадают ко мне в объектив, и чаще всего так, ну, я даже не знаю, чаще всегда так происходит, что это не какие-то случайные люди. Каждый из этих людей имеет какую-то свою историю, почему он попал ко мне в объектив, почему он ко мне пришел и почему я его нашла. То есть это не просто человек, не просто красивое чье-то лицо,
ну, там есть какая-то другая история, поэтому как раз человек становится героем этой, ну, фотографической истории, не побоюсь этого слова. Ну и просто называть человека моделью многие пугаются. Ну, то есть, потому что есть какие-то представления о том, кто такие модели. И, в общем-то, ну, так если говорить о на профессиональном языке, то с моделями я даже никогда и не работала. Ну, если прям брать настоящих моделей, то, ну, у меня не было такого опыта. Все люди совершенно обыкновенные. Кто такой русский герой и что за люди, которых я снимала? На самом деле каждый человек, 40 героев было, и каждый из них это представитель какой-то, ну, одной из национальностей, которые живут на территории нашей страны. О некоторых я даже, о существовании некоторых национальностей я даже не знала. А они какими-то особенными качествами, профессиональными увлечениями обладали, либо это просто наиболее типажный представитель той или иной ментальности? Нет, там насчет типажности речи вообще не было. Типажность я уже видела только потом, когда, ну, мы увиделись, ну и как-то на фотографиях заранее, когда обсуждали съемки, а героев выбирали так, что они, в общем, каждый человек делает какой-то очень важный проект для, ну, для, скажем, для своей национальности. То есть кто-то язык сохраняет, кто-то вообще свой народ сохраняет, потому что кого-то осталось 300 человек в мире в этом. И оказывается, что такие есть локальные проблемы очень большие, и люди решают вот эти проблемы какие-то, там, идентичности, или, ну, в общем, разные темы понимают, и они делают разные проекты, от каких-то очень маленьких-маленьких до каких-то грандиозных, и, в общем, об этих людях как раз рассказывали в книге «Лица России 21 век», то есть там были не только фотографии, но как раз журналистские материалы, и вот о них тоже рассказывается. Ну, а уже что касается типажа или лица, их внешнего вида, то это, конечно, ну, для меня оказался сюрприз огромный, потому что, ну, все эти люди очень красивые, и я даже не знаю сказать, чем красивы, то есть, ну, красивым лицом это слишком просто, но действительно типажный своей вот этой вот генами, что ли, своими, потому что, ну, ты прямо чувствуешь, как... Ну, я сейчас скажу странную вещь. Все обычно говорят, что мы такие все едины, одинаковые. Ну, то есть я тоже так думала, что мы все... Ну, вот в России, да, одна страна, мы все живем, ну, немножко отличаемся от внешним видом, и, ну, природа у нас разная на территории. А оказалось, что мы такие разные, и насколько сильно влияет культура, история, вот эти вот какие-то гены, да, религия, образ жизни. И как раз, ну, если мне сколь-нибудь удалось передать вот это на фотографиях, то я очень рада. Хотя было очень мало времени, просто катастрофически мало. И, ну, я думаю, что даже за это короткое время кое-что получилось. Наверное, тебе виднее это видео. Спасибо. Насколько я знаю, фотограф – это твоя основная профессия, то есть не хобби. Расскажи о истоках, как ты пришла к этому. Я знаю, что ты фотографировала с детства, что у вас в семье это было принято. Очень интересная история была, я хотела бы ее послушать. Да, все началось с детства. Ну, у нас в семье всегда было принято фотографироваться, но это не было таким чем-то принудительным или чем-то еще. Это просто было, и для меня это было, ну, как на тот момент в детстве я считала, ну, норма вещей. Ну, то есть я видела фотографии очень классные, черно-белые, вот эти вот проявленные дома, с «Зенита» дедушка фотографировал, другой дедушка увлекался и тоже фотографировал, и все это было дома, и я, конечно, застала уже только итог сами фотографии, то есть я, ну, уже не помню, как был процесс, я слишком маленькая была. И, в общем, это было, но для меня уже по умолчанию идет. Потом появились какие-то маленькие вот эти вот пленочные мыльницы. Все на них фотографировали, мы тоже фотографировали. Все праздники, все это обязательно было. И даже ни у кого вопрос не возникло, что это можно не делать. Хотя уже сейчас по прошествии времени, ну, во взрослом возрасте понимают, что у людей и таких фотографий нет. То есть, ну, там, конечно, никаких фотосессий, ну, не существовало на тот момент.
Вот, потом я пошла в школу, ну, в школе, естественно, тоже снимали, вот где-то класс 6-7 стали появляться цифровые мыльницы такие вот. И у одноклассников там одна или две в классе такая появилась, и сразу стали смотреть, ага, вот здесь вот, так, распечатанные фотографии, трава зеленее, да, наверное, надо с нашей пленочной мыльницы переходить на цифровую. В общем, купили мы дома цифровую камеру, мы выбирали ее по красоте, по каким-нибудь там параметрам, по цвету, чтобы она, да, она была перламутровая, в общем, это была очень красивая камера, я сейчас ее люблю. 4 мегапикселя, вот, и я каким-то образом, я не знаю зачем, без какой-то задней мысли я стала носить ее просто в школу. Ну, для меня это через какое-то время стало просто по умолчанию, то есть если есть дома камера, значит ее нужно нести в школу и снимать на переменах, там, потом, значит, на переменах я освоилась, ну, репортаж, конечно же, то есть портреты меня не интересовали на тот момент. Обязательно репортаж, потом я стала немного наглее и стала договариваться уже с учителями о том, чтобы делать съемки на уроке, ну, потому что это сейчас телефоны, и нет ничего проще там достать и пофотографироваться, а тогда это было, ну, встать с места на уроке, это как-то странно было очень. А тебя обычно учителя потом позировали на уроке? Ой, честно говоря, я не помню, чтобы мне учителя позировали. Надо просто фотографию пересмотреть. Но, конечно же, все стали привыкать к тому, что к моим странностям. Вот, у нас была газета в школе, и туда я хотела, чтобы мои фотографии обязательно попали. Амбиции такие были. Но у меня мало что получалось, конечно же. Допустим, на концертах. У нас постоянно концерты были в школе, какие-то КВНы и все такое. Конечно, хотела снимать, как школьный фотограф известный. У меня так не получалось. Но потом в 11 классе я решила, что заявила дома, что буду фотографом. Что такое фотограф, я понятия не имела, но так как я каждый день ношу с собой камеру, то школа сейчас закончится, значит, дальше мне тоже нужно носить с собой камеру. Ну, и вот делать то, что я делаю постоянно, какие-то эксперименты эти, ну, не только с репортажем, а вообще, я там брала одноклассницы, их тоже снимала после школы, говорит, ты задержись, мы будем с тобой фотографироваться. Ну, вот как-то такие эксперименты были, и совершенно я как-то не ставила в них никакой задачи, ничего такого не было, что я к чему-то иду, к какой-то цели. Это просто, ну, моя обычная жизнь была. И как-то вот все, она такая осталась. То есть ты фотографировала с детства. Почему ты поступила в политех, а не в школу фотографии какую-нибудь? Ну, у меня на тот момент было очень мало знаний насчет какого-то образования профильного по фотографии, да и даже, на самом деле, конечно, я просматривала это, и было бы неплохо, но я не нашла на тот момент ничего, куда можно поехать и получить высшее образование, именно это все какие-то курсы, и даже если они хорошие и известные, то это все равно не образование, ну не высшее, а, в общем-то, должно было получить все высшее образование. Как сказали родители, да? Ну да, да и, в общем-то, у меня как-то... Ну, тоже я была не против, то есть у меня не было какого-то такого бунта, что все, я уезжаю, я буду фотографом в Москве, буду творить художником. Ну, я не была там бунтарем каким-то, я просто поступила молча в политех и продолжила заниматься своим делом. Ну, как-то совмещала. Ты часто употребляешь слово «молча», «молча поступила», да? «Молча хотела поездить». А, да. Мне кажется, вот так. Эта визуальная составляющая фотоаппарата как-то должна компенсировать твой разговор. Возможно, поэтому для тебя специфический прикус и выговор. Слава богу, кто-то мне это объяснил. Возможно, просто меньше слов, больше дела. И это правильно. У меня психологический вопрос относительно сегодняшних заказов. Все фотографы выживают там исключительно коммерцией, свадьбами, заказными съемками. Но, тем не менее, исходя вот из этого всего, кого ты фотографируешь, как тебя просят пофотографировать, какой вообще психологический портрет человека создается, какими потребностями он одержим, что его интересует в своей внешности? Глаза, тело, голое тело, тело в одежде, какой цвет? Вот исходя из этих характеристик, как можно вообще изучить, понять личность человека? Очень классный вопрос. Я заметила, что ко мне приходят люди, которых не особо интересует их внешность. Их не интересует их тело, там, глаза и что-то такое. Практически каждый приходит с какой-то задачей, реально задачей именно, ну, наверное, психологической, да,
То есть у кого-то кто-то говорит: Маша, вот меня все видят там какой-то милой, нежной, доброй, но я не такая, я на самом деле не такая, то есть просто это какой-то образ, я хочу его, ну, вот через вот эту вот съемку, я хочу его, ну, как-то не уничтожить, но как-то скорректировать и показать, что я могу быть другой, что на самом деле я другая. Окей, есть задача, то есть там речь вообще не о красоте, не о чем-то таком. Какой-то подавленной личности, которая просится наружу. Ну, подавленный, не подавленный, но это речь о каких-то экспериментах, и что даже, мне кажется, что людей даже не интересует, что потом будет в фотографии, их вообще не интересует, их интересует процесс. Но, конечно, это лукавство, фотографии всех интересуют, и всем, конечно, хочется быть по умолчанию красивыми, привлекательными, брутальными, ну, в зависимости от какая съемка, какие задачи. И это у меня как-то по умолчанию уже есть, то есть, ну, как-то страшно сделать все, ну, уже невозможно, но вместе с этим должна быть какая-то, ну, я не знаю, как это назвать, сверхзадача. То есть кто-то, у кого-то сложный период в жизни, например, да, и очень хочется радости, радоваться, и, соответственно, мы делаем какие-то такие фотографии, ну, находим какую-то тему, где это можно проявить. Или, допустим, кто-то говорит, что у меня тяжелая работа, у меня большая семья, мне нужно это все выносить, и, ну, тут девушка, да, говорит, и... К примеру, ну, это какие-то такие мужские вещи, но хочется быть более женственной, да, но вместе с тем мужские качества тоже человеку нравятся. То есть это как-то тоже соединить. И тут опять же вопрос, ну, совсем не в красоте, я даже не знаю, как объяснить, в чем это вопрос, но это какие-то интересные задачи. Человек даже может не подразумевать, что он с ним приходит на съемку, он просто как-то почему-то идет, приходит ко мне, ну, там, фотографии понравились. Он, может быть, не может даже сформировать, почему они понравились и почему он ко мне пришел. Но, естественно, мы начинаем разговаривать, потому что красивое лицо меня тоже не очень интересует. Интересует больше характер и что-то внутри. Конечно, речь не идет о том, что какой-то внутренний мир сейчас раскрою за час или за два, и что вот все, да, всю правду скажу о человеке. Нет, это просто эксперимент. Давай пройдем эксперимент. Вот перед тобой сидит тоже Маша. Посмотри на нее, что за характер скрывается за этим человеком. Какой категории типа ты могла бы ее отнести? Я готова. Ну, на самом деле, это все в разговоре выясняется. То есть я могу... вы достаточно с ней поговорили. То есть ты перед тем, как сфотографировать человека, ты беседуешь с ним? Да, обязательно, да. То есть, ну, как происходит съемка, допустим, мы сначала встречаемся, если я человека вижу первый раз, ну, если я понимаю, что мы не знакомы, да, конечно, я могу в соцсетях увидеть какие-то фотографии, могу визуально типаж какой-то определить, там, ну, с чем-то это ассоциировать, с кем-то, но... Совсем вот недавно была встреча с человеком, который я не знакома, да, съемку готовим. Я вижу лицо, и, ну, у меня какие-то свои представления. А потом я встретилась с человеком, и я слышу голос, и у меня уже совсем другое. Я понимаю, что то, что я подобрала для человека заранее, совсем не подходит. Ну, какие-то примеры. Вот, то есть, ну, сначала мы общаемся, выясняем, что человек хочет. Я примерно, ну, выношу какие-то догадки. А о характере я это обычно не произношу, то есть это, ну, человеку не обязательно знать. И потом подбираю какие-то референсы, ну, референсы — это такие образцы, примеры, с чего мы можем взять вдохновение для этой съемки конкретной. Может быть, еще, кстати, у человека, ну, предлагаю иногда, допустим, какие-то два таких основных варианта, либо усилить то, что у человека уже есть, там какая-то брутальность или, ну, не знаю, какой-то веселость или что-то такое, ну, условно говоря, да, попросту. А либо это сделать на съемке то, чего человек себе в жизни, в реальности вообще позволить никогда не может, кем он не является, и, ну, действительно сделать такой прям колоссальный эксперимент, что-то противоположное и несвойственное человеку. Но был ли, например, такой, когда тебе приходил какой-нибудь, там, не знаю, бандит, а ты из него делала святого? Или наоборот, не знаю, приходила какая-то забитая, кроткая женщина, а ты из нее делала какую-то воительницу? Были окончательно такие перевертыши характера? Либо все-таки были люди, которые обладали немного и тем другим свойством, то есть и качеством, не знаю, там, воительницы, и кроткой девушки, и ты просто пыталась вытянуть что-то наружу? Знаешь, скажу страшную вещь, потому что я не знаю, какой человек на самом деле. Я просто, ну, говорю, что давай вот это снимем. Человек говорит: давай.
все. А потом уже какой человек на самом деле, это неизвестно. Скорее, очень часто происходит так, что я вообще не ожидаю от людей, что они передо мной раскроются. А бывает, например, очень интересно с мужчинами работать. То есть мужчины, они все практически не, все говорят, что нет, я не буду фотографироваться. Это не, что это вообще за занятие такое, зачем меня привели на фотосессию? А кто обычно приводит их? Ну, жены. Ну, если вот, например, надо, да, если это какая-то семейная съемка, это семейный портрет, который, ну, необходимо сделать. Ну, у людей, например, бывает, что нет фотографий семейных вообще. Но, естественно, я хочу сделать какой-то портрет каждому члену семьи. И вот доходит дело до мужчины, который чуть вообще не ушел сейчас со съемки. И он такой весь зажатый, сжатый, и вот очень сильно такой воинственно настроенный. Но потом, когда ты начинаешь с ним разговаривать, оказывается, что человека вообще, ну, за уши не оттащишь от камеры. То есть он говорит, а еще, а давайте вот это попробуем. Ну, и это очень дельное предложение, и когда ты даешь задачу человеку, что делать, ну, особенно вот в мужских съемках это заметно, человек просто начинает это делать. И он сам даже не понимает, что с ним происходит в этот момент, но он очень сильно изменяется. С какого-то такого агрессивного, может быть, он может стать веселым, добрым, ну, кем угодно. Или наоборот, он такой весь скромный, или она, да, такая скромная вся, но когда у человека есть задача, и что-то в мозгу обрабатывается, какой-то там, ну, какая-то задача, да, то человек даже не понимает, как он выглядит в этот момент. Но потом на фотографиях видит, что о, оказывается, я и такой могу быть. Это да. И в принципе, что самое интересное, человек это потом на себя, ну, есть он такой или нет, я не знаю, не могу проверить, но вот он видит там, ну, что-то такое другое про себя, да? И он начинает это в обычной жизни использовать. И как будто бы даже меняется. Не думала, что фотосъемка это такой сложный процесс, то есть фотограф не просто человек с камерой, он должен быть еще и психологом. Я теперь понимаю, почему Маша так много молчит, она копит энергию для разговора с мужчинами во время фотосессии. Нет, со всеми. А как ты думаешь, нужно ли человеку заканчивать какие-то курсы, чтобы быть фотографом, или это просто призвание, и этого достаточно? Это зов. Ну, если есть зов, то это отлично. Вообще знания никогда не вредят. Заканчивать какие-то курсы, какие-то конкретные курсы, я не могу советовать это однозначно. Кто-то самоучка и вообще ни курсы не посещал, ни один мастер-класс снимает гораздо интереснее, лучше и качественнее, да, в каком-то смысле, чем человек, который постоянно учится и так ничего и вообще не снимает. Бывают люди, которые учатся, они, ну, а результата нет, в смысле результатов фотографии. Я бы сказала, что обязательно нужно самообразовываться, то есть никогда не останавливаться в обучении и никогда не быть, как сказать, никогда вообще не позволять себе мысли о том, что ты что-то вот узнал, и все. То есть больше вот все, ты все знаешь про фотографию. Ну, это, мне кажется, конец начинается, потому что я, например, для себя всегда раз какой-то период я как будто бы обновляюсь, я, мне ничего не стоит, и я как-то, ну, не знаю, кто-то, например, у некоторых это на самолюбие как-то отражается, но мне наоборот это нравится, что вот я просто представляю, что я очень мало знаю. Вот. И я иду и изучаю какую-то сферу, или иду на какие-то курсы, или иду на какой-то мастер-класс, и даже иду на какой-то мастер-класс или курсы, не связанные с фотографией, и забираю оттуда какие-то знания и переделываю их, адаптирую под свою работу. И это очень сильно помогает. Если бы, наверное, так не делать, то, наверное, я бы уже давно остановилась. То есть у тебя в основном процесс самообразования идет? Или все-таки, ну, ты посещаешь что-то? Да, я посещаю, я учусь. Но мне кажется, здесь курсы курсами, да, знания одна история, но еще очень здорово, если у тебя есть какой-то, ну, появляется раз в какой-то период хотя бы человек, к которому ты можешь прислушаться. У тебя наставник есть какой-нибудь? Ну, постоянно нет, у меня нет какого-то человека, который меня постоянно что-то, какой-то путь мне указывает. Нет, такого нет, но
возникают люди, чья-то точка зрения мне интересна становится. Ну, периодически это может быть фотограф, может быть режиссер или еще кто-то. Я либо слушаю интервью, либо я... Либо нас услышали. То есть, ну, как-то пытаюсь на такую связь выйти. У тебя, можно вопрос, да? Да. У тебя в основном постановочные фотографии. Бывает такое, что ты идешь по улице, видишь какого-то человека, взяешь камеру, фотографируешь его, совершенно без ведома. Берешь камеру человека. Этого человека и фотографируешь его. Отбираешь камеру, да, забираешь, уходишь. Это такое, кстати, тоже бывает. Ого! Ну, когда очень нужно что-то сфотографировать, а у тебя нет камеры, то... Я не совсем имела это. Я не имела, что ты отбираешь камеру человека. Просто бывает такое, что ты видишь что-то, тебе очень хочется это сфотографировать. Случайные какие-то фотографии или в основном вот какие-то студии, семейные фотографии, фотографии со свадеб, мероприятий? Нет, конечно, я фотографирую что-то, ну, такие маленькие тренировочки каждый день. Но это даже ты не думаешь о них как о тренировках, но идешь что-то, сфотографируешь, допустим, вот сейчас пока я шла, тут можно было очень много всего сфотографировать, и когда-то я доставала телефон и фотографировала. То есть это вот такой какой-то небольшой репортаж, что ли. Последний. Это получается ежедневная какая-то потребность фотографировать каждый день хотя бы что-то? Либо все-таки стараешься искать, выискивать наиболее конкретные вещи, которые тебе интересны? Бунин рассказал то, что ни дня нельзя прожить без строчки. Вот это правило тебе приложимо или нет? Ну, насчет ни дня я не буду лукавить, конечно. А такого, что даже не знаю, тут интересно подумать об этом. Но так, чтобы я постоянно думала о том, что, боже, я сегодня не сфотографировала ничего, я не буду себя за это корить. Но, наверное, какой-то фотоаппарат уже в голове встроен, и так или иначе ты в какой-то момент возьмешь и среагируешь, если будет какой-то момент или будет какая-то ситуация. Иногда бывает так, что нет камеры, просто ни телефона, ни камеры, и какой-то очень быстрый момент проносится, но ты все равно его фотографируешь глазами. Не бывает того, что просто зарисовываешь какие-то там рисуночки делаешь, чтобы вернуться к этому, воссоздать обстановку? Я не умею рисовать. Ну, тем более. Я, бывает, иногда раскадровки делаю, ну, к будущим кадрам каким-то, как умею, там, огурцы какие-то рисую. Но больше я пишу о кадрах, чем рисую. Уважаемые друзья, 12:34, одна минута до конца эфира. У меня не вопросы, а скорее всего остаток сегодняшнего разговора. Это молчание, это герои, это самообразование, это огурцы. И я постоянно рисую. Мария Чурбан у нас сегодня была, делилась своим опытом и своей выставкой, которая проходила в портале в ноябре месяце. Все, кто не видел, советую попасть к Маше домой, отобрать фотографии и изучить их более детально. Россия прекрасна. Ура! Спасибо вам большое за приглашение. We'll be right back.